Добрый день, дорогие мои друзья и подписчики моего канала. Те, кто еще не подписался на мой канал, подписывайтесь на канал «Психолог советует» на Ярус, YouTube, Рутюб. Я есть ВКонтакте, в Одноклассниках, в Телеграм. Постарайтесь подписаться на всех платформах по причине блокировки, возможной блокировки как самой платформы, так и авторов каналов. Итак, тема сегодняшнего видео – женщина, которую интересно добиваться. Очень интересная тема. Женщины хотят и мечтают, чтобы их замечали, добивались, желали. И с такими вопросами я тоже часто и очень даже часто встречаюсь на приемах с моими клиентами. Немного поговорим об этом. Структурно выделю по пунктам. Первое – беспомощность. Беззащитность. Мужчине хочется помогать женщине, защищать ее. Поэтому женщина, которую интересно добиваться, должна проявлять некую беспомощность в делах, в жизни. Это будет провоцировать мужчину брать ее под свою опеку. У мужчин срабатывает подсознательная цепочка. Она слабая, я сильный. Плюс слабая женщина зависима от мужчины, значит, он будет иметь над ней власть. Второе. Комплименты, похвала. Если мужчина видит, что женщина ценит его успехи, его качества, если она отмечает их и восхищается ими, то он будет стараться еще больше для того, чтобы доказать ей, что он лучший из лучших. Третье. Обесценивание сделанного. В то же время женщине следует показывать и то, что старание мужчины в том или ином совсем ничего для нее не значит. Это злит мужчину. Зачастую он старается доказать женщине, что его есть за что ценить. И чем больше усилий он прикладывает, тем больше потом ценит отношения с такой женщиной. Четвертое. Игнорирование. Если женщина хочет заставить мужчину думать о ней, она может на какое-то время отказаться от общения с ним. Таким образом, она дает мужчине возможность подумать об отношениях и оценить свое состояние в ее отсутствии. Если мужчине плохо от отсутствия общения с женщиной, то он начнет искать возможность увидеться и поговорить с ней. Пятое. Подстройка под мужчину. Женщине стоит потакать мужским слабостям в разумных, конечно, пределах. Если она поймет, за что именно ценит ее партнер и будет делать так, как ему комфортно в отношениях, то такой мужчина будет крепко держаться за нее. Если мужчина увидит, что его понимают, принимают и любят, то он начнет еще больше ценить свою спутницу. Шестое. Независимость. Наряду с беззащитностью и беспомощностью даме стоит демонстрировать и свою независимость от мужчины. Нужно время от времени показывать мужчине, что вы ему не принадлежите, что вы сами по себе, чтобы он не терял интерес к завоеванию вас. Потому что нам не принадлежит, зачастую вызывает самый живой и сильный интерес. Седьмое. Нестандартность реакций и поведения. Девушке следует вести себя по-разному. Не нужно создавать образ человека, который отвечает стандартным фразами, реагирует на ситуации стандартно и ведет себя так, как от нее или от него ожидают. Гораздо интересней, когда от девушки, женщины, не знаешь, что ожидать. Конечно, опять же, в разумных рамках. В любом случае, женщина создана, чтобы сделать отношения с мужчиной интереснее.
это творчество, от которого зависит то, как долго продлятся эти отношения и насколько они будут счастливыми. Поэтому не бойтесь творить, а иногда и вытворять. На этом я закончу данную тему видео. По всем дальнейшим вопросам, личным переживаниям и в вашем случае стоит записаться на прием и приходить конкретно с вашим вопросом к психологу. Я помогу вам решить проблему и дам советы для достижения именно ваших целей. Подписывайтесь на канал «Психолог советует» на всех доступных для вас платформах. До новых встреч, дорогие подписчики и друзья канала. С вами я, семейный психолог Светлана Леонидовна. До новых встреч!